Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Героик. Так, день второй, получаем награду. Ага. Так, сундук. Давай-ка я, наверное, с боевой арены открою сундучок вот этот. И посмотрим, что нам тут выпадет. Так, жнец, танцующий с клинками, это хорошо. Но остальное так себе. Немножко денег, ну и, соответственно, руны. Конечно же, куда же без этих рун. И я открываю следующий сундучок. Так, ребят, у нас до победного сундука нужно еще раз, два, три, четыре победы сделать. Так? Так. 13 сундуков у меня накоплено. Ну, давай немножко посмотрим, что нам выпадет здесь. На самом деле, ничего хорошего сейчас не выпало. Давай дальше. Так, но здесь только перекати камни, потому что я их использую в данный момент в своей колоде. Так что вот только они, наверное, пойдут мне на пользу. Отражатель тоже, кстати, нам сгодится, потому что он тоже у меня в моей колоде присутствует. Ну, давай еще парочку откроем и пойдем уже играть. Так, цепная молния, сила. Слушай, а почему на паладина не выпадают заклинания? Гоблин, щитоносец, орда нежити, выжженная земля, фаланга. А, нет, вот фаланга, это на паладина, но я, ребята, ее не использую практически. Да, я ее не практически, а вообще не использую. Ладно, еще один сундучок. Хрустальный колос. Вот танцующая с клинками и перекати камней. Это единственное, кто мне выпадает, который у меня находится в моей пачке. Так, что у нас тут? Коллекция какая-то? Что за коллекция? Так, Палыч, я у тебя прокачать ничего не могу, да? Так, приспешники. Оу, усиление. Давай усилим. Огненная ведьма это, ребята. Хороший боец на самом деле. Так, что дальше? Дальше у нас есть башня Вознесения. Я, правда, там еще не был. Гильдия. Так, ребят, ну что, гильдии у меня справедливые, члены гильдии 15, но мне кажется, ребят, мне кажется, что там уже, ну сам подумай, я не играл, наверное, больше 2 лет. Кто тут у нас может остаться? Их можно уже спокойненько, как сказать, удалять. Только вот как это сделать, я не знаю, ребят. Покидает, покидает, покидает. Ну да, тут многие покинули. Так, ну что, ребята, у нас есть компания. У нас, что за башня Вознесения? Все, я вспомнил. Вспомнил я про эту башню. Давай, наверное, компанию. Что там у нас? Так, ну что, комета, глава первая. Неспосланная высшими силами огненная комета пронзает небесную гладь на западе. Два мага в крепости наблюдают, как она стремительно падает, а ее осколки разлетаются по всем землям Элдонии. Восьмое вознесение, восклицает маг. Так скоро? А вот дальше, ребят, почему-то я не могу прочитать. Играть. Проходите главу компании, чтобы получать осколки героев и заклинаний. В бой. Ну что, я, наверное, оставлю вот эту вот. А почему? Мне надо пол... Нет! Подожди, а тут еще... Тут еще и такое есть. Раньше не было, ребят, никаких артефактов. То есть я должен за рулы играть в обязательном порядке, что ли? Точно, ребята. Я не могу поставить, например, Валена. Хорошо. Так, уровень 1, завоевание. Против кого я буду здесь драться? Ну, по силе ты сам видишь, да? Насколько я мощнее, чем мой противник. Сейчас мы посмотрим. Уничтожьте портал, пока не закончилось время. А время где? Ага, понял. За 1,5 минуты? Да с какого фига вы, блин, мне даете-то? Я даже ничего не могу сделать. Не вызвать ничего. Зашибись.
Колос, давай хотя бы, я не знаю, хоть ты их там отодвигай их как-то. Танцующие с клинками. Ну-ка, разберись с ними. Минута 16, ребята, остается. Мне надо поспешить. Так, ведьма. Давай, бомби по ним. Хорош. Все, успел. Успел, друзья мои, победа. Жажда крови, кто там? Слушай, а где мне вот эти вот артефакты, интересно, брать? Ну, я имею в виду шмотки. Опа, железный кулак. Эссенция и руны заклинаний. Хорошо. Ну что, мы переходим с тобой на второй этап. А что можно получить? Даже не показано, что можно получить. Сундук можно получить. Слушай, что-то как-то мне... не по... Это вот обязательно надо, ребята, проходить за Рула. Выбрать лучшие. Так, новый уровень. Горный гигант. Погоди, погоди, погоди. А что это за... А-а-а, вот оно что. Так, подожди, друзья мои. Нам надо кое-что поменять. Давай тогда мы возьмем, наверное, вот этих вместо ведьмы. Нет, даже вместо вот так вот. И возьмем, наверное, жнеца. Жнеца я поставлю, наверное, вместо вот этого. Вот так вот. А то, ну, что-то там вообще, ребята, уж больно долго надо ждать, чтобы у тебя накопилась эссенция для вызова противника. Я бы, честно говоря, пошел бы лучше бы на арену поиграл. Почему? Мне кажется, что графика немножко расплывчатая. Такого раньше не было, ребят. Опа, опа, опа. Может быть, конечно, просто кажется. Ну куда вы там идете? Давай, ассасинчик. Так, мне нужно опять за отведенное время, да? Я так понимаю. Да она одна уже, вон, больше половины снесла здоровье. Смотри, 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 что отталкивает. Отталкивает и... в стан загоняет. Все. Абсолютно, ребята, никаких проблем. Продолжаем. Ну и что мне здесь выпадет? Так, железный кулак, корона и поножи. Плюс пояс. Это обычный, ребята, первого уровня еще. Но Рул мне не нравится. Я привык к паладину, если честно. Хотя раньше играл за Рула. В принципе, довольно неплохо. Так, получить. Ярость обычная. А что за коллекция? Так, у меня готово на новый уровень перейти, но единственное, что не хватает там энергии. А что, я отсюда не могу выйти пока? Что, игра зависла? Не в бой и выйти не могу, друзья. А, все, вышел. Думает что-то слишком долго. Короче, вот у нас тут боевая арена. В бой. Давайте, ребята, немножечко на боевой арене поиграем. Чуть-чуть, самую капельку. Немножечко сундучков набьем. И здесь мы играем против реальных противников. То есть это PvP получается.
компании, ты сам понимаешь, мы играем против ботов. Так, Вьякт. Он, ребят, тоже восьмого ранга. Но здесь вот не до шуток. Так, пока тише. Ну давай я попробую так же сделать. Будет он сейчас... Так вот сделать придется. Опа, жнец. Ты серьезно? Вампир. Так, ладно. Ну что, давай друида позовем. Друзья, мне нужен вот этот вот. Хорош. Молотом подбил, да? Воу. Так, Анубис, вали нафиг, а? Ну? Ладно, гаденыш. Да ему хана, ребят, он не выстоит. Все, размозжил я его тут. Просто размозжил. Блин, что-то, ребята, мне здесь не нравится в графике. Почему? Так, дай-ка я зайду в настройки. Тут есть настройки у нас вообще? Так, закрытый режим, выключить... Мне нужны настройки, ребята, потому что чувак, который на меня шел, он весь черный, он не должен быть, он не должен выглядеть черным, он должен быть нормально смотреться. А здесь, наверное, нету. Плохо. Погнали дальше тогда. Пока мой Палыч рулит. Пока рулит. Ребят, смотрите, награда была в 2019 году. Офигеть, а сейчас 2023. Так, ну что, ладно, смотрим дальше. Угу. Перекати камни, да, запустил. Но это рул. Так, вот это плохо. Вот этот чувак мне не нравится. Давай-ка мы тоже с тобой перекати камни запустим. А здесь поставим вот так вот. Чтоб не выпендривался. Видишь, как он выглядит? У него немножко по-другому должна выглядеть броня вот эта вот. Так. По-моему, ребята, что-то как-то у него очень...
довольно быстро срабатывает. Но еще колоса выпускает он мне. И этот парень оборзел совсем, я смотрю. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем таким вот образом. Там мы колоса бомбим, да? Эти бомбят сюда. Пока все как надо идет. Этот прожорливый сожрал моего этого приспешника. Но это уже не важно. Это уже не важно. Побед за нами, друзья. Так, нам нужно еще, ну, прилично очков славы, чтобы... чтобы мы могли уже с тобой открыть. Два, да, надо? Окей. Двигаемся дальше, друзья мои. 3460 у меня идет ранг. Там, по-моему, на 4000 уже будет новый ранг, новая школа, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Пока вот так вот. Вчера играл за кадром, ну, вспоминал, как и что здесь. Там было событие с колосом. Надо было колоса довести до вражеских ворот, и чтобы он взорвался. Блин, вот... магичка, конечно. Лед это, ребята. Раньше я льдом играл вообще великолепно. Блин, вот ненавижу, когда... давай так сделаем. У меня заморозки, у него там чего только нету, блин. Придется хлопать ее. Да. Твою налево. Ты посмотри, какая хитрая, а. Да у меня, ребята, мобы, блин, заряжаются по 3 часа. Вот в чем проблема-то. Правильно, заморозка. А че бы нет? Еще и этого поставил сюда, дебила. У него неуязвимость бесявая, понимаешь? Так, давай сделаем. Короче, заколебал уже. Чё-то не идет, ребята, у меня дело. Да я говорю, что это фигня, блин, полная. Но он переварит. Да какой-то переварит. Он уже сейчас, ребят, меня накажет. Это магичка, блин, со своим льдом дебильным. Меня бесит она. И карты мои тоже идиотские, блин. 3 часа ждать, чтобы вышла, блин, карта, блин. Просто арбалетчица завалил, блин. Понимаешь, арбалетчица, даже этот, блин, отражатель, блин, не вылез. Он бы эту арбалетчицу бы разнес бы в хлам. Такого не было, блин. Идиоты, блин. Ну, это ерунда. Это шаманка, это фигня. Ну, посмотри, ну 3 часа заряжается. Ну, ё-моё, блин. Ну давай хотя бы так пока сделаем. Пускай они катятся, блин.
И все. И приплыли, блин. Да почему, блин, карты-то так долго, блин, идут? Я не понимаю вот этого, блин. Вот серьезно, ребята, я не понимаю вот этого, блин. Как, с какого хрена-то, блин? Он, блин, выпускает одного за другим, а у меня, блин, по 3 часа, блин. Сейчас, смотри, сейчас среагирует, да? Я в шоке. Я в шоке. Так, он потратился, по-моему, да? Там хорошо. Все, хана мне, ребят. Пипец. Ты заметь, как он своего этого ледяного хмыря выставляет. Ребята, вы заметили? Я даже не успел еще не поставить, он уже заранее выпускает лед, блин. Подожди секунду. Так. Сейчас, подожди. Ну, копейщица она, ребята, хорошо только против кого? Против... против армии мертвецов она хороша. То есть она пронзает их. Слишком дорогие карты. Этот нужен был мне против вот этих. Но пока я таких не вижу противников. Ладно, давай посмотрим. Может быть, конечно, вместо копейщицы лучше было бы взять мне арбалетчицу. Как бы. Может быть, от нее было бы больше толку, но не уверен. Спустили, блин, офигеть. Так, вербовщик. Блин, у него вот эта вот платформа хилища очень бесявая, ребят. Особенно если он выставляет на этой площадке очень живучего монстра. И хилищую лужайку делает. Это да, это жесть. Понимаешь, тут черный цвет, его не должно быть, ребят. Вот этого черного цвета его не должно быть. Он должен быть нормальным, а тут почему-то черный. Как будто вот как баг игры, знаешь. Вот, видишь, хилищую лужайку поставил. А он нафига он колосса поставил? Он думает, что он ему поможет, что ли, как-то, или что? Ладно. Еще один колосс идет. Ну... против колосса, ребята, вот как раз ассасинчик очень хорошо подходит. Он его быстро сейчас уничтожит. Все. Но здесь за счет этого, ребята, разрулил.
Он успел выйти и наказал противника. Пу-пу-пум, да. Так, мне нужна еще победа. Глибосик. Глибосик. Открыть. Нет, я не буду, ребят, пока открывать. Хотя у меня 5000 самоцветов, но все равно лучше приберечь. Просто вот знаешь, в чем проблема? Когда ты привыкаешь к одному персонажу, да, тебе потом тяжело переключиться на другого, там, например, на заморозку или еще что-нибудь. Блин, Коусе. Или Коука. В общем, ничего хорошего, блин, сейчас не будет. Вот, поверь мне. У меня отражатель первым загружается, ребят. Первым загружается отражатель. У него ледяные копья уже готовы. Говёный, да, конечно, вот этот монстр, блин. Что у него? У него лед, ребята, еще готов. Блин, да вот со своим вот этим вот... Убивает, потом еще убивает, блин. Чего? А, нет, это не тот, ребят. Я ошибся. Фига она. Фига, точнее, он. Да. Опять. Что у него там? У него заморозка, да, активировалась? Нет, тут хана. Хотя, да не, наверное, хана, ребят, скорее всего. Своим вампиром ты заколебал уже, со своим вампиром лезть, блин. Я ничего сделать не могу. Ничего, ребята, ничего не могу сделать, блин. Долбанный вампир, твою налево. У меня нету его, друзья, у меня вампира нету. Я не могу его призвать. Так и буду сейчас туда-сюда елозить, как уж на сковородке. Надо что-то придумать против вампира. Да а что я тут придумаю? Тут ничего нету. Заморозку есть только. Слишком дорогие карты. 9, 11 маны. 6, 6, 7. Я даже не успеваю. Надо что-то полегче, попроще взять. Анубиса не хочу. Мага. Ну, мага если только вот сюда поставить. Арбалетчицу. Ну, куда ее можно было бы влепить? Так, что ли, попробовать?
Но опять же, арбалет. Кстати, я заметил, что ни у кого практически нет отражателя. По-моему, только в начале там у кого-то был отражатель. И все, то есть они его не используют. А мне бы он, наоборот, как раз бы пригодился. Так, возвышенный дух. Чуть-чуть послабее он по мощам. Ну вот этот маг, ребята, он рулит в основном только против орд, нежити и всякой ерунды. Чего они вот за моду гоблина вызывать в первую? Причем я заметил, все так делают. А мне даже нечего поставить, прикинь. Смотри, он сейчас выплеснет на меня что-нибудь. Что-то не задалось у меня вообще ничего. Так, отражатель нужен, ребят. Ну, он сейчас с бумерангом или чем-нибудь еще бомбанет. Так, он тех давить надо, потому что они... Или что делает? Да. Вот, маг. Маг вот как раз вот против вот таких вот щупликов нужен. Так, ну что, здесь, по-моему, друзья, победа будет за нами. Судя по всему. Он опять своего вампира вызывает. Они все на вампирах, ребята, сидят. Вампир дает очень быстрое ускорение. Ну, я думаю, ты заметил. Что он бежит, как сумасшедший. Еще не получили, да? Награду мы еще, по-моему, не заработали, ребята, там. Хотя нет, можно забрать, написано. Получить. О, новая карта, что ли, или что? Поглотительница душ. Легендарная карта. Ребята, это новая карта. У меня ее не было. И это, если я не ошибаюсь, медуза. Она поглощает противников и за счет этого растет. Тысяча. Блин, взять, что ли, не взять? Возьму, наверное, ребята. Но у меня 4 дня всего лишь. Давай смотреть. А что смотреть-то? Получить. Так. Вот серебряный стрелок. Это, ребята, уже радует. На самом деле. Фига тут монет дают. И рун не кисло выдали. Так, эпическая карта какая? Маг, да? Первобытный дух. Но нам надо двигаться дальше, друзья. 3500 бы заработать. Так дадут они тебе заработать. Как же, мечтай.
Вот я думаю, что лучше прокачать, усилить. Опа. Новый уровень, конечно, друзья мои. Вау. Так. А где же моя поглотительница душ? Вот она, друзья мои, вот она. Сколько же ты стоишь? 4 манны? Демоническая жрица медленно скользит по полю боя, собирая души павших союзников. С их помощью она становится сильнее. Да, она, ребята, не поглощает, она идет по полю медленно. А мы пока убиваем врагов. Вот, пока мы убиваем врагов, она их поглощает и за счет этого увеличится в размерах и в силе. То есть она может вырасти до охренения, особенно если будет очень много всяких зомби, ну, скелетов. Если у скелета, у противника будет очень много скелетов, и мы их будем уничтожать, и в этот момент будет медуза по полю ползать, она все эти души будет поглощать, соответственно, будет просто имба. Фига у него там. Хуан Рэй. Хуан Рэй, конечно, Хуан Рэй. Рэй только я здесь. Хуан Рэй. Вот я и думаю, выпускать ее сейчас или... Блин, этот не... Вот, вот здесь вот, ребят. Вот вообще идеальная вот сейчас вот... Смотри. Что-то души она не поглотила. Где душ-то? Мак, давай! Лупанул, молодец, красавчик. Так, а что у него тут? А, он барьер взял, да? Не надо! Ауч! Я не понял, это у него такие скелеты мощные, что я даже их не пробил? Так. Ну все, по-моему, тут хана, ребят, да и допрыгался балалайщик. Он допрыгался. Если честно, я даже не увидел. А, у него, смотри, смотри, смотри. У него тоже, оказывается, медузка-то была. А ты жук навозный. Захотел он тоже медузку. Так, друзья мои, отлично. Очки вознесения плюс один. Угу. Так. Ну, нам тут дофига надо, на самом деле, проходить. Я просто думаю, мы будем здесь проходить или пойдем все-таки кампанию там первую завершим. Первый акт в кампании. Тут же еще не забывай, есть же рейдовые эти боссы. Там паучиха кто-то там у нас. Еще там духи какие-то, я помню. Опять. Хельга. Лилеброр. Претендент башни. Так, пока ледяных осколков нет, ну, началось. А я вот думаю, знаешь что, если мы сейчас сделаем с тобой, знаешь как? Вот так, например. Потратился, потратился, щенок. Так, ну у него еще убийственная волна есть, ребят. Ой.
Слушай, а вот такого водяного у меня нету, друзья, к сожалению. Да как ты, блин? Он же сдох же, по идее. Не, ну с вампиром это бесполезно, друзья. Давай сделаем так. Ну ты посмотри, а! Он опять вампиром, ребят. Ну они достали уже со своими вампирами и вот этими чертовыми. Просто за счет вампиров берет, блин, ребят. Нет, не получается. Вампир! Вот единственное, ребята, его преимущество. Это долбанный вампир, блин, все. Я вот этого, кстати, я не могу его выставить. Я, наверное, его, ребята, буду убирать из своей колоды. Он бесполезный, он у меня лежит. Я даже не могу им воспользоваться. Потому что, ну, нет возможности даже. Я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю. Так, давай, может быть, еще вскроем. Может быть, усилим что-нибудь, кого-нибудь. Кстати, у нас же вот эти штуки, да, надо будет посмотреть. Я имею в виду артефакты. Пробуждение колосса. А, так вот, ребята, вот оно, пробуждение колосса, я вчера играл. Только я так и не понял. Мы с тобой... ну, то, что мы колосса доводим, это у нас... состязание или это просто как бы, ну, как сказать, баловство? По-моему, очки-то мне идут, если я не ошибаюсь. Блин, я опять шмотки не надел. Твою налево. Шмотки не надел, ребята. Вот, вот этого колосса надо, короче, нам довести до вражеской базы. Так, этих бомбим. Чё-то я не врубился. Чё такое сейчас было? Этот кинжальчик ещё тоже меня вымораживает. Нифига он там бомбит. Сам себе уничтожает, гад. Ребят, пробуем. Так, у него огненная дорога активировалась. Да, конечно. Есть. Бумкнуло что-то там у него, друзья мои, понимаете? По-моему, что-то ничего... ничего нам это не дает. А, у нас вот здесь вот награды, да, друзья мои. Через 6 часов завершится. Нет, смысла нету здесь брать это, ребят. И тратится. Дай-ка я еще открою сундуки.
Так, Жнец, Орда, Нежить, Цепная Молния, Корсет. Вот Корсет, по-моему, это как раз... Слушай, а что вообще дают они вот эти вот шмотки, если мы надеваем на нашего персонажа? Надо посмотреть. Так, наплечники обычные. Все пока обычное. Но я так понимаю, что они, наверное, усиливаются, если мы, например, два или три комплекта обычных находим. Они, наверное, становятся там какими-нибудь зачарованные, да? Так, леденящий ветер, ремень, кортик. Так, паладин, где ты у меня? Дай-ка, как... Так, у нас еще задание здесь выполнено. Получить. Тут тоже забираем. Сундук задания. Так, 300 кристаллов потратили. Что за сундук? Мать светлячков, исцеляющая волна. Прекрасно. Да ладно. Что за карта? Что за карта? Призвав этого древнего воина, вы потратите всю свою манну. Его здоровье и наносимый урон зависит от количества потраченной манны. Оу! Исчадие. Офигеть. Блин, что за призрак? Я, если честно, давно не помню, друзья мои. Еще сундук. Сундук задания. Золотым пропуском вы станете зарабатывать вдвое больше жетонов, а также получите все накопленные жетоны за уже выполненные задания. 1500. Эх. Блин, я даже не знаю, ребят. Надо... Вот кираса это 100% на паладина. Вот как пить дать. Так, бесстрашный лидер. Кстати, бесстрашный лидер, ребят, тоже хороший боец. Он типа берсерк включает на всю на всех бойцов на этой линии. Блин, обычный. Нет, надо где-то посмотреть самих наших персонажей. Где они у нас, блин? Я вот не пойму. Кстати, подожди, профиль игрока. А тут и нету, друзья мои, у нас... Этих, как его? Настроек. Так, а как же мне тогда сделать-то? Ну, как мне прокачать своего этого? Где вообще, черт подери, герои? Вознесение. Бронзовая баталия. Пробуждение Колоса. Сокровище Вепря. Открыть 100 кристаллов. VIP. Сокровища бесплатные. Фига себе. 94 обычных и 28 эпических. Но... Слушай, ну как же мы с тобой вот это вот делали-то? Усилить приспешников. Завершить урок 3 на учебном полигоне. Легендарная карта, серьезно?
Урок. Основы маны. Коллекция. Вот, в коллекции, короче. Ну-ка, давай. Нет, 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 подожди. Вален. Блин, а вот это что? Это, ну, это ж, чтобы открыть, достигнуть в компании книги 4. Вален, а как же на тебя поставить? Для повышения вам нужно. Так, Арул. Четыре тысячи звездочек. А, вот же твою налево. Снаряжение, друзья мои. Тут написано снаряжение. Герои. Вот. Какой продать-то? Почему продать-то? Мне нужно надеть. Требуется кузнечная пыль. Красные редки, да, получается? Выбрано. А, ну вот, выбрано. А как же мне тогда выбрать? Там у Рула написано вон, выбрано. Вот эти, например, штаны, наверное, можно продать, да? Вот, давай продадим. Так, можно вот одну штуку вот эту продать. Артефакты. Артефакты еще какие-то, прикинь. Которых у меня даже нету. Очень вероятно. Я не могу понять, как мне вот здесь вот выбрать. Новый уровень. А-а-а. Ну-ка. Получилось? По-моему, второго уровня, да, получилось? Да, шмотка. Как мне ее одеть? Новый уровень продать. Ну, надеть-то, блин, как выбрать? Вот. Блин, я не догоняю, ребят. Вот серьезно говорю. Вот выбрано. Ну, если хочу поменять, то тут только продать и все. Больше я никаких не вижу. Используй снаряжение в компании рейдах на босса, чтобы повысить свой уровень мощи. Снаряжение можно получать, проходя уровни компании. В рейдах на босса. Развитие 1 дается на 7 уровне героя. На 7 уровне, у меня только 4. Чё-то, друзья, я... Вот почему... Вот, по ходу дела, почему у него приспешники намного сильнее, чем мои. Почему я проигрываю? Да потому что они там заточены все, как я не знаю кто. А я как бомжара бегаю сейчас в данный момент. Вот где эта легендарная карта, которую мы с тобой получили? Я ее что-то не могу найти. А, вот она. Всего одну энергию стоит. Но зато 9 уровня.
Ну, вместо кого ее поставить? Вместо арбалетчицы, да? Просто, ребята, глянем. Просто хочу глянуть. По-моему, я видел, она ходит с мечом. Но вот я не помню, что она делает. По-моему, она беспонтовая. И все равно мне непонятно, как снаряжение-то выбирать, выставлять. Вот что мне не ясно-то. В рейды, на боссы. Так, гитафреш. Гитафреш. Ну, давай. Ну, опять. Опять у нас вот это 6, 6, 8, 9. Полная рука. Сейчас будут карты гореть. Ну и вот и все, ребята. Вот что и требовалось доказать, блин. Сделать абсолютно ничего не могу, блин. Дебилизм полный. Что у него там? У него хилищая дорожка, да? У него цепная молния, ребят. Вот давай посмотрим, что этот чувак делает. Так, этого надо валить, иначе сейчас он... Так, по две карты. Че по две карты? Не надо. Вот это, кстати, было глупо. Выпускать молот на колосса. Прикинь, у него тоже был вот этот вот охламон. Он хочет за счет колоса, что ли, взять? Не пойму. Ну все, ему крышка. Слушай, ну вот этот чувак, не знаю, пока вроде проявил себя нормально, но такой, знаешь, скользкий типок, я имею в виду, который лазерами вот этими вот бомбит. Вроде бы хорошо, но можно сказать, что просто нам еще и повезло. Давай дальше попробуем. Я все равно хочу понять, как выставлять на них шмотки. И этот чувак немножко слабее меня. Как выставлять шмотки, блин? Там, говорит, на шмотки только можно получать, говорит, на рейдах боссовских. А мне нужно не получать, а мне нужно их одеть. Там есть усиление, я это видел. Так, это у нас кто? Это паладин у нас. Это у нас паладин. И знал, что вытворяет. Видел, у него молот. У меня молот не возвращается, друзья мои, а у него возвращается. Делайте вывод, господа. Что у него прокачано это все дело, а у меня нет. И что вот он сейчас сделал? Ну, магистр кислых щей, ну, господи, ну...
Ну пипец. Видишь? Это, ребята, уже несправедливо, блин. У него возвращается молот, блин. Вот что я тебе скажу. А у меня нет. О чем тут можно, ребята, говорить? Мой молот улетает в никуда, блин. А у него улетает и возвращается обратно. Двойная, блин, двойная атака идет. Как я тут должен, блин? Это несправедливо. Это нечестно. Мне надо разобраться, блин, с этими шмотками. Они должны как-то ставиться. На... где рул у нас... А, может быть, подожди. Мы же здесь начали за рула, да? Вот, тематические награды. Может быть, нам нужно пройти все ветки, может быть. Нам надо за каждого персонажа, и только после этого можем. Ну, это глупо, конечно. Так, ну еще что-то, портал пока не закончен. Но это мы сделаем, надеюсь. Да, тут с этими уровнями тут можно было бы, конечно. Оу! Да ну что ты будешь делать-то, ну? Давай, поехали. Так, ладно. Так, 49 секунд, ребят, осталось. Нам надо поспешить. Все, выиграли. Тут мы выиграли. Так, ползучая чума. Самый ценный приспешник — гадюка. И сундук, видите, какой-то черный. Как, блин, поменять-то, а? Так, можно получить... Что там? Вполне верочно. А если я, например, продам? Мне продавать, конечно, не надо. Видишь, он и не переносится, и ничего не делается. Снаряжение. Показатели. Используйте снаряжение в кампании и рейдах на босса. Но у нас нету, видишь, рейда пока нету на босса. Ой-ой-ой, это что такое? Комета, глава первая. Архидьявол. Оу! Победить босса, пока не кончилось время. Фига себе. Нормально он там наярил, ты посмотри. Ты издеваешься сейчас?
Че он замер-то? Угу. По двум линиям сразу бомбит. Твою налево, блин, нифига он. Попробуем амбала поставить. 48 секунд. Не, ну это какая-то жесть. Он просто по двум линиям, ребят, бомбит и все. Есть. Офигеть, блин, архидьявол. Ну давай, открывай. Но это все Нарула. Да даже бог с ним, Нарула. Мне бы просто хотя бы понять, как именно снаряжение одевается или... или снимается. Вот в чем суть-то. Я даже немножко удивлен, что у нас не все открыто. Для повышения нужно 6000 вот этих вот, чего там, 600. Эссенции нужно 11000, а этих 600. Что это такое? Осколки героя. У меня вообще что? А у меня 120. А у меня 120 осколков героя, всего-то лишь. Пустяки какие, да, ребят? Ладно, погнали. Опа, подожди. Так, это... Погоди-ка. Так, это только вот... Это только... Я, честно говоря, не особо увидел, что... поменялось, но я больше чем уверен, что что-то да поменялось, ребята, и в лучшую сторону. Так, глава 5, завоевание. Ага, идет стрелок вшивенький. С такой пухой еще наперевес. А мы вот так его, ребят, подколем. Пускай бомбит. Упс. Да куда им там сосункам третьего уровня против папочки драться-то, господи. Третий уровень, это вообще ни о чем, ребят. Это детский сад для нас. Сейчас мы тут все разнесем. Отлично. Прекрасно. Великолепно. Фух. Угу. Так, ну что, дорогие друзья, мы, наверное, на сегодня пока закончим. Вы пишите в комментариях. Оп, награду получаем. Пишите в комментариях, как вам игра и... стоит ли нам дальше в нее играть? Ну, я думаю, что стоит, потому что она не хуже, чем Tower Conquest. Может быть, даже где-то в чем-то и получше. А гильдия справедливая, так что милости просим. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.